Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет коротенькое видео про Юмерлизон 2. Это мой маточный куст, которому в мае в этом году будет 3 года. Я его очень коротенько стригла прямо в пень в сентябре. Тут даже написала для себя. И у меня, кстати, видеоролик есть о том, как я обрезала. Кому интересно, можете посмотреть. Вот за зиму он вырос у меня вот в таком объеме горшка, дорос до сегодняшнего дня. Это литровый горшок. И вот такой вот кустик, довольно-таки компактный куст. Сейчас сначала давайте я вам кустик покажу. Не все почки проснулись, но вот те, которые проснулись, выросли в такие ветки. Стволы у него довольно-таки мощные. Укореняется хорошо, как мне показалось, у меня не было проблем в укоренении с ним. Довольно-таки облиственный и неплохой компактный кустик сейчас получился. Но поскольку сейчас середина марта, да, и он относится к розебудным сортам, и цветы у него должны быть вот такие вот розочки. Он должен розу держать. Но видите, что у меня произошло? У меня вот он раскрылся вот в такой цветок. То есть форму розочки этот цветок, как мы видим, не держит. Но я не переживаю нисколько по этому поводу. Такое, возможно, это первое цветение зимой. У меня уже такие с ним были штуки, когда я получала его черенком. Но тогда у меня опыта было еще мало, и я думала, все пропало, у меня какой-то спорт. Нет, такое вот может быть. Зависит, наверное, все-таки от условий. Для розебудов нужно, ну, тепло, тепло и солнце, которого сейчас не так много. У меня все-таки на балконе еще прохладно, поэтому я грешу на условия, в которых расцветало вот это вот соцветие. Поэтому надеюсь, что вот этот цветонос, он уже должен раскрыть, ну, нормально, вот такими вот цветами он обычно цветет. Вот такие вот у него сиреневые розочки. Вот опять же замечаю, что на возрастном кустике цветок довольно-таки крупный. Я сейчас максимально приблизила камеру. У вас может вот это вот ощущение, конечно, искажаться. Но если вы, допустим, ну вот на фоне листочков видно, да, какого размера листочек и какого размера цветочек. Вот, видите? То есть цветок довольно-таки крупный. Ну и лист здесь тоже, ну, не лопухи. Здесь, конечно, листочки побольше нижние, это уже более такие. Вот видите, здесь тоже большой. Вот вам размер цветочка и листочка. В общем, такие штуки они могут выдавать. Ну вот в таком вот зимнем цветении. Сейчас еще раз вам покажу кустик. Наверное, стоит выщипывать вот эти вот зимние первые цветоносы, чтобы розебудам дать возможность раскрыться уже, ну, в теплое время. И тогда, мне кажется, они будут раскрываться более стабильно и сохранять вот эти свои первоначальные сортовые характеристики. Так, значит, если вам интересно, я еще хочу показать свой фиолетовый сеянец для сравнения цвета. У меня тут еще вот этот вот фиолетовый сеянец раскрылся. Посмотрите, какой у него цвет. Мелкий цветочек, не крупный, но он такой не совсем простой, скажем, и не густо-махровый. Но вот я хочу поставить рядом с Юмерлизон 2, чтобы вы оценили его цвет. Те, у кого есть Юмерлизон 2,
представляют примерно, да, какая цветовая гамма у него. Вот я поставила вам рядом вот этот вот мой сеянец, который фиолетовыми цветами раскрылся. Буду ждать полного раскрытия цветочка. Вот такой вот он у него. И лист у него интересный тоже такой, знаете, темно-зеленый. Вот тоже можете листочки сравнить. Сейчас пасмурно, не очень хорошо видно сейчас. Вот такие вот, видите, листья у них. Но мне кажется, видно, насколько темнее у сеянца по окрасу лист. В общем, вот такие у меня фиолетовые цветы. Вот этот вообще фиолетовый, но этот такой сиреневый мерлизон. И вот такие кустики, оба в литровых горшочках. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. До свидания.